Мы знаем, что деньги, которые мы заработаем здесь, играя в этих спектаклях на продаже билетов, пойдут на благое дело, то есть на лечение детей, больных онкологией. Поэтому, несмотря на трудности, играем здесь, потому что знаем, что это благое дело. Готов пригласить всех не просто так прийти, а внести свой определенный вклад в копилку тех денежных средств, которые пойдут на лечение детей, больных онкологией. Это самое главное.